Всем привет, друзья! С вами Светлана, и я наконец-то в этих знакомых родных стенах. Это офис СПО, ВИП СПО в Анапе. Адрес: Супсевское шоссе 26/6 и номер СПО 3537. Именно сюда я заказы оформляю. И вы также, если являетесь консультантом Oriflame в Анапе или в Анапском районе, также можете заказывать сюда. Но для тех, у кого нет в вашем населенном пункте, будь то это Анапа, будь то это Анапский район или вообще любой другой, если у вас есть Пятерочка, то у меня для вас отличные новости. Теперь можно оформлять заказы в Пятерочку. Да, в Пятерочку будет дороже стоить, чем в СПО, но если у вас даже нет в вашем населенном пункте СПО, но зато есть Пятерочка, для вас это уникальная возможность наконец-то заказывать к себе в Пятерочку рядом с вашим местожительством. Для многих это, кстати, был плохой вариант заказывать по Почте России, потому что это было очень дорого. А теперь у вас есть возможность заказывать именно в Пятерочку. Я думаю, что вот Пятерочек как раз-таки очень-очень много у нас по стране, поэтому я думаю, вы будете этому рады. Ну а собрала я вас сегодня здесь для того, чтобы наконец-то сделать распаковку своего заказа по 8-му каталогу, по текущему каталогу. Почему именно сейчас, вы знаете, я была на самоизоляции, не могла приехать раньше, заказ был уже здесь, с самого начала каталога. И давайте сразу первую коробочку откроем, она у нас вот такая маленькая. Пришло две коробки, потому что заказ был большой. И это, кстати, мои 150 ББ. Кстати, вот этот вот мини-наборчик, который стоит на переднем плане, это у нас Юрин заказ, будем его так называть. На самом деле я забирала шаги, подарки. Вот этот набор маска интенсивная ночная и эссенция для лица от Novage. Вот этот набор стоил 199 рублей. Цена отдельно, вот она, я сейчас как раз таки каталог Novage смотрю. Цена только одной эссенции 1600 рублей без 20% скидкой. И получается цена интенсивной маски 1300 рублей. То есть посчитайте, сразу поймите, насколько это выгодно. Это даже больше, чем 90% скидка. Вот такой вот набор за 199 рублей. Это я вам рассказываю, какие можно подарки забирать. Это третий шаг стартовой программы. А вот этот набор тоже шел по акции. Но это, правда, акция была в прошлом каталоге. Сейчас она уже не действует. Но вот этот вот набор. Лосьон для тела парфюмированный, гель для душа парфюмированный и туалетная вода Royal Divine. Он обошелся мне в 479 рублей. По отдельности, если покупать эти средства порознь, скажем так, то будет больше 1500. Тоже выгодно, экономно и на подарок. Почему бы нет? Очень красивый подарочный набор. Ну а теперь самый главный наш каталог, это восьмой. Самый интересный каталог, потому что сейчас у нас очень-очень много классных акций, разные стартовые программы действуют, и также рекрутинговая компания, она просто шикарная за счет своих огромных подарков, которые вы можете получить абсолютно бесплатно. Условия ясны, понятны и четкие. Я о них уже говорила в прошлых видео, не поленитесь, найдите, и я думаю, что вы тоже включитесь в эту компанию. И давайте посмотрим, что же нам пришло. В этой коробке бесплатно. То, что мне прислала компания бесплатно. Это четвертый шаг мой, так как это Юрин третий, а у меня-то уже в этом каталоге уже мой четвертый шаг. Мне пришел бесплатно вот такой вот протеиновый коктейль Wellness Natural Balance с клубникой. Это четвертый шаг. И также мне пришла омега-3 в подарок к этому же, к этой коробке, но она в той коробке, просто они их так раскладывали. Это вот бесплатно. А вот этот коктейль мне пришел бесплатно, потому что я оформляла подписку на шоколадный коктейль, который я пью. То есть три платите подряд, три каталога покупаете коктейль за 2360, а в четвертом каталоге вот такой же коктейль по подписке. Вкус вы сами, кстати, выбираете, когда подписываетесь на коктейль. И вот он приходит, четвертый, в подарок. Ну а потом с пятого все по новой. То есть три покупаете, четвертый, грубо говоря, на четвертый каталог вам достается бесплатно. Так что у меня теперь, посмотрите, вот эти две штуки, которые могли бы обойтись мне в 4700, сейчас, даже в 4800 практически, сейчас у меня стоят бесплатно. Шикарные подарки. Я их поставлю вот тут вот с краюшку сбоку. И давайте приступим к дальнейшей распаковке. Теперь пошли мои 150 ББ. Одна из частей которой — это у нас Wellness Pack. Wellness Pack стоит 2290 рублей, практически 2300. Здесь 12 мультивитаминов, 10 минералов, также комплекс омега-3, здесь есть кислоты омега-3,
2 капсулы, и астаксантин с черникой и микроводорослями, 2200. Пойдемте. Теперь дойдем до большой коробочки, наконец-то. Ой, так, накладная. В принципе, накладная мне не особо нужна, я, в принципе, цены помню. Так, сейчас я вытащу вам тоже подарочный набор за 499 рублей. Только бы мне его дойти сначала. Давайте вот так вот сделаем. Это часть набора. Просто хочется сразу о нем сказать отдельно. Так. Упс. Просто я впервые коробку достаю, поэтому хочется ничего не забыть. Так, что у нас тут еще ушло? Так. Сколько всего. Вот еще наборчик. В общем, это набор «Цветочная феерия» за 399 рублей. Давайте теперь по порядку, что в него входит. Это у нас крем для душа. Именно крем. Это не гель, это крем. Это прям более такой молочный, мягкий уход за вашим телом. И это гель для душа «Весенние цветы». Вот такие вот два геля для душа. То есть вам, наверное, 1,5-2 месяца вообще не нужно будет ходить за покупками. Пожалуйста, мойтесь, освежайтесь, все будет у вас хорошо. Вот такой вот крем для лица с папайей. Очень приятный. Давайте, кстати, его сразу откроем. А, нет, не буду открывать, это только кому-нибудь на подарок. В общем, этот крем с папайей, да, очищающий гель для лица. То есть наносите на влажную кожу, тщательно смывайте и не наносите на область вокруг глаз. Так, тальк парфюмированный для тела. У меня, кстати, такой с мятой был. Я брала его, можно использовать не только когда присыпку, его можно добавлять, например, в ваши кроссовки, если вы мужчина, так что это не только для женщин. Вот. Ну а также, в принципе, для тела, чтобы посыпали на себя, понюхали, наслаждаемся запахом, кайф. Так, вот такая вот помада On Color. Помаду я сразу вам покажу, она, слава богу, не запечатана. Вот тут вот красивый фуксия, розовый цвет, по-моему. Он даже с микроблесками, то есть это не матовая помада, это кремовая помада, и она такими вот частичками маленькими. Вот такая вот помадка в наборе. Это крем для рук Hand Care Bright Details, тоже весенний букет называется. Хороший уход, то есть у вас уже есть для лица, для тела, даже для стоп ног, для губ. И вот этот праймер для губ, кстати, вот что-что из этого набора, лип праймер я оставлю себе. Очень хорошо, что он входит в этот набор. Это, как говорится, верхнее покрытие, чтобы, во-первых, ваша помада не пропечатывалась на кружках. Для меня это большая проблема вечно, честно, пропечатываются, потом отмывать это все. Ну и, конечно же, для повышения стойкости помады на ваших губах. Его я сразу как-то его надо отложить, чтобы я его знала, что это лично мне. Ну а теперь продолжаем. То есть вот этот набор, как я уже сказала, 399 рублей стоит. Идем дальше. Вот такой вот лосьон для тела. Это антицеллюлитный, но этот именно подтягивающий. У меня просто здесь два средства. Вот этот антицеллюлитный крем, а это лосьон подтягивающий для тела. Вот сейчас они как раз в этом каталоге просто идут по офигенной акции. Видите, большие тюбики даже на фоне вот этих тюбиков. Они реально прям большие. То есть вам их хватит как минимум, я думаю, что на 4 недели каждодневного использования на самые большие обширные участки тела. Вот этот вот крем именно антицеллюлитный. Здесь даже есть массажная насадка. Давайте я его даже открою, потому что это я себе заказывала. Могу себе это позволить. То есть вот такая вот насадочка. Где вот, правда, еще так, on, off. Так. Ага, вот, сейчас он открыт. Пойдет что-то. О, потекло. То есть можно вот этой насадкой прям намазывать на ваши проблемные участки. Здесь ролики встроенные, 3 ролика. Кстати, пахнет прикольно. Знаете, какой-то... Когда на массаж раньше в санаториях отдыхала, и вот там, когда приходишь на массаж, и тебя вот такими маслами растирают перед массажем. Вот прям запах, как балет-крем, знаете, такой вот есть массажный, но приятный, честно, он не противный, мне нравится этот запах. Надеюсь, вам тоже нравится. Если не нравится, ну, затыкайте нос и все равно мажьте, потому что это нужная штука. Лосьон у нас подтягивающий, то есть если вы резко похудели, если вам нужно привести в тонус, чтобы кожа вновь стала как подтянутой, упругой, вот этот вот крем для тела можно использовать. Он также для живота подходит и для попы, если вдруг вы похудели и нет времени на фитнес. В общем, используйте такой лосьон. Вместе со мной мы будем, конечно же, тестировать обязательно. Я вам буду делиться результатами по поводу этой серии. Она только-только появилась, и вот я же пришла в марте в Oriflame, и не было вообще в продаже.
И только-только в 8-м каталоге, вот в этом, в текущем, она появилась, серия. И вы знаете, вот мы с девочкой делали заказ, и вот этого крема уже не было. Так что налетаем, друзья. Вот сейчас они вроде как с вчерашнего дня опять появились на складе, но позавчера мы делали сборный большой заказ по Анапе, и вот этого крема не было. Так что смотрите, такие товары, которые редко появляются в каталогах, их сразу разбирают, что мы и имеем с вами. Так, вот такой вот мусс для душа, Swedish Spa, шведский спа. Вы знаете, у меня с пятого каталога есть бзик, я собираю понемногу по акциям всю коллекцию шведский спа. У меня уже есть массажное мыло, скраб, крем, масло для тела, есть солевой скраб для тела, расслабляющее средство для ванн, разогревающая спа-маска для лица и спа-маска смягчающая для рук. Теперь у меня есть вот такой вот мусс для душа, шведский спа, дополнили коллекцию. А в следующем каталоге, в 7-м, там еще более чумовые интересные товары именно этой серии. Обязательно потом делаю распаковку, посмотрим их. Так, идем дальше. О, Novage Bright Sublime. Так как я делаю заказы постоянно на 150 бонусных баллов, это мой личный товарооборот, и сейчас одна из таких как раз-таки распаковок, то есть я показываю все, что я заказываю на 150 бонусных баллов. И есть такая скидка для консультанта, который из каталога в каталог заказывает минимум на 150 баллов, это 50% скидка. И все мы знаем, что у Novage дорогие наборы, да, вот если брать один целый набор, но каждый каталог они в определенной линейке выставляют по одному вот такому средству для лица, чтобы у вас была возможность купить отдельно, то есть не весь набор за каталог, а конкретно одно отдельное средство, чтобы это было финансово вам выгодно. Так вот, я эту скидку 50%, которая мне дана от компании, трачу как раз-таки на такие средства. И вот этот крем мне вышел всего, по-моему, в 683 рубля, когда его обычная цена даже в каталоге в районе 1000 с чем-то. И, в принципе, без акции его цена в районе 1300. Поэтому очень удобно пользоваться такими скидками, тем более это Novage. Novage – это люксовая премиальная линейка в Oriflame. И она Bright Sublime, это, соответственно, высветляющая антипигментационная серия специально для вашей веснушчатой или пигментированной кожи. Так, идем дальше. Что у нас здесь еще? Вот такой вот спрей маленький. Я, кстати, почему-то ждала, что он будет больше. Всего 8 мл. Он стоил, кстати, у нас сейчас по акциям весь 49 рублей. Конечно же, как консультанту с 20% скидкой он стоит 193 рубля, по-моему, без малого, то есть очень выгодно, это парфюмированный спрей, то есть это даже не туалетная здесь вода, а именно парфюмерная вода, но аккуратно она легко воспламеняется, как и любой другой аромат. Здесь вот прям вкус Possess the Secret, их 5 разных таких спреев, вы можете купить их уже в этом каталоге, и сейчас на них классные акции. И вот я дошла до второй части моего бесплатного подарка, как я уже говорила, у меня тут клубничный пришел коктейль, это мой 4-й шаг, за 199 рублей я купила вот этот коктейль и капсулы омега-3. Это 4-й шаг, это наша стартовая программа, вы можете в нее включаться уже сейчас. Единственное, что у вас поменялся только первый шаг, раньше была туалетная вода Люсия у меня, потом уже, когда я Юру подключала, у него уже была Giordani Gold White Original аромат, а сейчас у нас Divine Idol туалетная вода, парфюмерная, точнее, вода, прошу прощения. А третий, четвертый и второй шаг, они, собственно, идентичны. Третий шаг, вот он, четвертый шаг, как я уже сказала, о нет, это мой коктейль, вот он. Так, идем дальше. Что у нас здесь еще есть? Вот такая вот кисть для бровей. Не поверите, почему я ее заказала, потому что моя немножко уже распушилась. Но я прям, честно, каждый день крашусь вот этой вот палеткой для бровей от Oriflame. И, соответственно, ну просто очень-очень сильно замучиваю вот эту щеточку. И я решила, что вот сейчас еще там 2-3 раза я попользуюсь старой и обязательно уже буду новой пользоваться. Тоже по акции 127 рублей всего лишь кисточка от Oriflame для бровей, очень выгодно и удачно. Ну, теперь мы потихонечку доходим до конца распаковки, но еще это не все. Вот такой вот дорожный мини-формат. Это вот подойдет отдыхающим курортникам, как ничто другое. То есть зачем вам покупать огромные флаконы, везти
либо тратиться здесь, либо вести сразу с собой большие, если вы можете взять вот такой вот мини-формат. Это, к слову, у нас шампунь, молоко и мед, и это кондиционер, тоже молоко и мед. На 7-10 дней, я уверена, вам этого количества хватит. Но если не на 10 дней, да, если вы большой семьей, то, конечно, таких наборов надо каждому человеку, но вот мне даже на такую длину даже еще что-то останется. Очень удобно, 55 рублей один и второй, 110 рублей, но у вас реально очень компактный, удобный формат. Не загромождать сумки, реально место легче они, чем вот эти пузырьки, которые продаются в других магазинах, там, товаров повседневного спроса. Поэтому имейте в виду вот такие вот два средства по 55 рублей. Кстати, они находятся не в основном каталоге, а то, может быть, вы подумали, что я вот что-то показываю, чего нет. Он вот в таком вот специальном вкладыше. Есть, если у вас приложение или сайт, если у вас вдруг нет бумажного каталога, то вы можете вот этот специальный вкладыш по 8-му каталогу найти в приложениях каталоги. И там будет вот этот каталог текущий, а если ниже пролистаете, будет как раз вот такой вот каталог-вкладыш. Обязательно посмотрите, там есть средства до 75% со скидками, и поэтому обязательно посмотрите, чтобы точно знать о вот таких вот скрытых как бы акциях, которые есть в открытом доступе только для избранных, для консультантов. Так, идем дальше. Pure Skin – это гель-сос против прыщей, против воспалений. За 8 часов по тестированию потребительскому, за 8 часов он убирает покраснение и, соответственно, снижает чувствительность к акне и прочим вот этим неприятным штучкам на нашем лице. Как вы видите, у меня сейчас хоть и тональная основа, но, честно скажу, у меня там 2-3 покраснения на подбородке сейчас есть. Я честно говорю, что у меня не идеальная еще кожа, но я к этому стремлюсь, поэтому такой вот сос-гель. Идем дальше. Ой, это вообще бестселлер. Мне кажется, этой вот штучке надо отдельный ролик посвятить, и я обязательно это сделаю, потому что многие вот это средство недооценивают, но оно реально легендарное. Просто настолько бестселлер. Я, когда 10 лет назад работала впервые в Oriflame, оно и тогда пользовалось спросом. И сейчас, уже по прошествию 10 лет, оно до сих пор является самым продаваемым, грубо говоря, средством, которое уже очень-очень много времени продается. То есть бывают товары, которые там появились в одном году, и они ушли как-то, потому что не пользуются спросом. Но это средство, оно будет пользоваться спросом, мне кажется, всегда. Вот как только оно появилось, и оно пользуется спросом до сих пор. Что же это, да? У вас, наверное, назрел вопрос. Я же так много о нем рассказываю. Почему там про другие средства 2 минуты, а здесь я уже 5 минут о нем рассказываю? Это мультифункциональное средство 4 в 1. Давайте его посмотрим. Это у нас натуральная вот такая вот баночка Tender Care, специально для смягчения ваших участков сухих на теле, лице. Вот такие вот локти смягчает. Вот тут вот кончик носа у многих, когда насморк заветривается, очень помогает смягчать, именно корку убирать. Для губ смягчение, чтобы если у вас потрескались губы, чтобы у вас за ночь смягчилась кожица и не было болезненности для вот этих уголков глаз. Для кутикулы. То есть это уже третье, да, для кутикулы. И, конечно же, четвертый способ его использования, о котором я узнала сама, если честно, недавно, оказывается, им можно вот под бровкой мазать, высветлять, и скулы. То есть он еще и выступает как небольшой хайлайтер. Что за состав? Это на 90% натуральный компонент, здесь пчелиный воск. То есть состав прост, здесь даже, что далеко ходить, оно реально с пчелиным воском и реально очень функциональные. Обветренные участки действительно на себе проверены, на ура. Пользуется мама, пользуется папа, пользуюсь я, пользуются друзья. Да все пользуются, все, кто как-то так или иначе связан с Oriflame, вот эту штучку за 79 рублей пробовали абсолютно все. И я не слышала еще ни одного негативного отзыва. Вот серьезно. 79 рублей, а такой бестселлер, понимаете? То есть это не просто так, уже 10 лет продается минимум. Я думаю, что еще лет 20 точно будет продаваться. Ну, а теперь мы дошли до моих других трат. Это вот у нас здесь помада. Нет, прошу прощения, это тушь для бровей. Я так давно ее хотела, что совсем забыла, что я ее заказала. Вот такая вот тушь. Так, сейчас единственное, что я просто... А, она действительно, вы знаете, темная, она действительно как тушь смотрится. То есть это прям по консистенции действительно брау маскара. Есть три оттенка для блондинок, светло-коричневый, есть коричневый для русых и шатенок, и есть черный, конечно же, для брюнеток. То есть очень
функциональная вещь. Попробуем, протестируем. Сегодня у меня накрашены брови, к великому сожалению, то есть в прямом эфире, и вот сейчас на видео мы не протестируем, но отдельно обязательно вам о ней расскажу. А это консилер, это у меня закончился мой консилер, и я заказала новый. Вот такой вот консилер, The One, мой любимчик, так же, как и праймер базы для лица. Очень классное средство. О, я тут увидела коробочку, это разве мое? Да? А что это у меня тут от Jordan Gold? Я прошу прощения. Подожди, разве это... Нет, тут ничего нет. Ты для ресниц думаешь? А! Ребят, я так долго не могла понять, что это. Вы представляете, пинцет вот в такой коробке. Я серьезно, я начала думать, что я могла заказать. Jordan Gold, ведь это же люксовая линейка для женщин, которые ценят себя и следят за своей красотой. Думаю, что я могла Jordan Gold заказать? Мне всего 26 лет, и там достаточно дорого. Но нет, я вспомнила, ребят, в этом каталоге вот такой вот пинцет продается со скидкой, там в районе 200 с копейками рублей. И вы представляете, для него специально такую коробку придумали. Я просто в шоке. Вы представляете, еще и пупырышки даже. Это просто какое-то нереальное удивление. Я правда в шоке, что вот Jordan Gold вот такую коробку какому-то пинцету придумала. Представляете, как они прям, ну, во всем люксовость чувствуется. Вот кто бы мог подумать, что здесь реально пинцет может быть. У меня такой испуганный, растерянный взгляд был. Оля, не даст соврать, что я не могу понять, что я заказала Jordan Gold. Пинцет для бровей. Представляете, там, если более люксовое что-то покупать, там, наверное, коробка на полквартиры будет. Это, конечно, сарказм. Я думаю, что нет. А теперь два товара, которые я уже давно себе приметила. Вот у меня, наконец-то, моя зубная щетка вышла из строя. И это прям прямой сигнал к тому, что покупай новую щетку. Сейчас зубные щетки стоят по 95 рублей. Это акция в этом каталоге. И зубные пасты также можно купить за 83 рубля или за 79, это для детей зубная паста столько стоит. В общем, это средней жесткости, есть мягкая и средней жесткости. На самом деле я очень мечтаю, чтобы у них жесткие прям появились щетки, потому что я очень люблю жесткие. Но она мне напоминает, кстати, сейчас, которая у меня была щетка, то есть вот разная длина щетинок, ворсинок, действительно, это для меня вот хорошее спасение, особенно в труднодоступных местах. И напоминаю вам, что ваша зубная щетка должна быть не старше 3 месяцев. Если не знали, теперь знаете. Оказывается, стоматологи вовсю трубят, что щетка должна меняться раз в 3 месяца, а не так, как мы привыкли. У меня была когда-то щетка, которую я 2 года точно хранила, пока она у меня уже просто сыпаться не начала. Так вот, стоматологи говорят, что уже после 3 месяцев, по происшествию этих дней, у вас, соответственно, щетка перестает эффективно чистить ваши зубы. То есть вы вроде бы чистите, но по факту налет она не убирает так, как она должна убирать. И бактерии на языках не все тоже вычищают. Поэтому имейте в виду, тут даже сзади есть вот такая вот рифленая часть, то есть специально для языка, чтобы вы почесали тоже язык, и ваши бактерии ушли из вашего организма, и сохранилось прекрасное чистое дыхание. 95 рублей. Много говорю, потому что я думаю, что не все знают, что действительно надо раз в 3 месяца менять щетки. Так же, как и тушь, мы уже как-то говорили. А, к слову, о туши. Эту тушь меня вдохновила купить мой директор Oriflame, моя Оля. Это моя прям мечта была, потому что я купила XXL Lash, объем вот этот экстремальный, а у нее любимчик вот такая вот тушь Hypnotic Depth Mascara, кстати. Просто гипнотическая смерть. О, какая интересная расшифровка у этой помады, ой, у этой туши. На самом деле, это эффект накладных ресниц, если переводить уже простым человеческим русским языком. Обязательно ее попробую, тем более, что сейчас у меня уже ресницы свои, я наконец-то могу вам показывать обзоры и на тушь в том числе. Меня, в принципе, устраивает и моя тушь, которую я в прошлый раз брала, но так как моя уже заканчивается, и через месяц ей тоже срок годности уже выйдет, и это тоже раз в 3 месяца меняется, решила вот взять ее. Пока ее открывать не буду, потому что срок годности 3 месяца, хочу уже доиспользовать ту свою, и обязательно мы с вами пройдем тестирование. Почему взяла сейчас, да, а не потом? Потому что по акции. А я вот сколько нахожусь в Oriflame, вот только-только увидела на эту тушь акцию, и прям сразу решила взять, потому что Оля, честно, она ей красится, я вижу, что у нее действительно такие прям черные, густые, красивые ресницы. Поэтому, если тоже интересен такой момент, 239 рублей она сейчас стоит. Обычно ее цена 500 рублей. Это правда, то есть реально таких цен не было в каталоге, поэтому беру только сейчас. Ну и все. Конечно же, каталог 9.
Это уже следующий каталог. Здесь большой летний сейл будет, но об этом мы поговорим потом, потому что у нас еще до 20 июня действует вот этот каталог. И, кстати, хотелось бы отдельно сказать про вот эту акцию, которая сзади. У нас здесь, вы видите, есть просто карандаш мягкий для подводки, есть маркер-подводка и есть карандаш-подводка. Вот мягкий карандаш, он, в принципе, 119 рублей, в районе 103 рублей будет стоить. А вот эти вот две штуки, это маркер-подводка и карандаш-подводка, у них сейчас просто, ну, не знаю, сенсационная цена, потому что они действительно очень дорого стоили до этого, и на них таких акций не было. В общем, при покупке любого абсолютно товара из этого каталога, вот этот маркер-подводка или вот этот карандаш-подводка для вас будет стоить 159 рублей. Потому что красная цена, вы знаете, мы от нее отнимаем еще 20% нашей консультантской комиссии. То есть, соответственно, она даже здесь написана 199, а по факту мы можем взять вот такой вот маркер-подводка или карандаш-подводка за 159 рублей. У меня есть уже такая дома, фиолетовая, я думаю, вы видели, я когда-то делала распаковку, вот как вот этот вот карандаш-подводка, там фетровый наконечник такой, он тоненький, но достаточно хороший, мне нравится, в принципе, результат свой оправдывает. На этом все, друзья, обязательно пишите, из чего состоят ваши 150 ЛТО, мои вот, из которых там большая часть бесплатно была, большая часть по акции была, тут есть и Юра на часть заказа, в общем, вы сами увидели, что две большие коробки случайно распаковались к вам прямо в ваши экраны. Ну а с вами была Светлана, без шуток говорю, то есть теперь у вас реально есть возможность, во-первых, вступить в нашу команду большой Oriflame, стать потребителем, а может быть впоследствии начать бизнес, так как это делаю я сейчас действительно двигаюсь к своей цели, к становлению директора, менеджерское звание у меня уже есть, так что совсем еще недолго, и я стану наконец-то директором и буду получать уже доход, как говорится, по факту, не только объемную скидку, но и доход на карту. Вот, собственно, к этому я и стремлюсь, к независимости даже в наше сложное сейчас время, время карантина. Как вы видите, мы все можем резко потерять возможность иметь летний сезон в Анапе, и не только в Анапе. Вы видели, что мы тут все живем зависим от летнего сезона. Так вот, я в этом году решила не зависеть больше от летнего сезона никогда. Есть сезон – хорошо. Нет сезона – не беда, у меня есть работа, даже если не будет летнего дохода. Это я действительно говорю сейчас искренне и серьезно, потому что мы все столкнулись с такой странной, непонятной ситуацией. Изначально вы можете работать и на основной работе, а использовать Oriflame, пользоваться как дополнительный косвенный, да, какой-то доход или как себя баловать для красоты. Но впоследствии, если у вас будет большая команда, вы будете развиваться, вы сами решите работать на себя и не ходить каждый день от 8 до 6 на работу, на нелюбимую многими работу. Вот, собственно, такой выбор сделала для себя и я. И, конечно же, участвуйте в акции рекрутинговой кампании. Это лучшее время для того, чтобы вы набирали себе людей в команду. Потому что мало того, что вы людей мотивируете призами, вы и сами можете эти призы как спонсоры получить. Поэтому регистрируйтесь, ссылочка в описании под этим видео. Не забывайте, что теперь, если у вас раньше была доставка Почты России, из-за того, что у вас не было офиса СПО, сейчас вы можете уже начинать заказывать вашу пятерочку. Ну а те, у кого есть СПО, заказывайте в СПО, это всегда самый выгодный вариант. Во-первых, вы можете оформить возврат или замену какого-то товара сразу же с менеджером СПО. Все-таки, если вы заказываете через пятерочку, это вам нужно будет звонить на горячую линию в случае, если что-то не придет там. И, ну, в любом случае есть варианты, да, даже если в пятерочке заказывать замену, но это будет, во-первых, дольше, чем в СПО, и даже дороже сама по себе доставка. Поэтому если нет альтернативы, кроме как Почта России, тогда обязательно пятерочка. Если есть СПО, берите в СПО, потому что это действительно проще и легче. Если вы находитесь в Анапском районе, в том числе в Анапе, Супсех, Суко, Витязево, Джимите, Пионерский проспект, обязательно заказывайте 35-37. Ольга Козак вас радужно всегда встретит, угостит чаем, расскажет новинки, покажет ассортимент, который вы можете приобрести в Oriflame, ну и, конечно же, создаст вам приятное настроение. Ну а с вами была Светлана, всем пока-пока, до новых встреч, с любовью, Oriflame Анапа!